Всем привет! Я сегодня в магазин. Со мной... Так, меня тут ключи шумят так сильно. Ну, в общем, ладно, сейчас я это все положу в машину. И мы с вами еще раз встретимся, а то мне так как-то не совсем удобно. Девочки, я вырвалась в магазин. Так, сейчас я выйду. Мне Карина говорит, возьми Софи с собой. Я говорю, не, можно я поеду одна без Софи? Она говорит, а что ты не хочешь Софи с собой взять? Я говорю, у меня в машине моя приватная зона осталась. Я могу я хоть с девочками немножко поговорить одна без вас? Я бы, конечно, Софи с собой взяла бы в магазин. Но она же не будет молчать в машине тихо, спокойно. Мне же нельзя ее снимать. И так она вчера, когда я снимала в мебельном, когда мы в мебельный магазин приехали, она, ну я не знаю, она везде там лезла, у меня лезла. Потом в результате я перестала снимать сама и снимала только ее. Она, это будет мои влоги. Я говорю, ну вот, сегодня ей переслала. Я говорю, так, София, я тебе твои влоги пересылаю, твои видео. Ну, мне их нельзя выставлять. Кто меня давно смотрит, тот знает. А сейчас я поехала немножко в магазин. Мне нужно немножко подзакупиться. У меня кончилось молоко. Помните, я в прошлый раз сказала, что я молоко забыла купить. И оно у нас уже на грани исчезновения дома. Надо купить молоко, потом детям что-нибудь на обед. И у меня кончился и лук, и картошка. Мне нужно, короче, купить лук, картошку. Потому что мы вчера были еще в русском магазине. Я немножко там тоже закупилась. Ну, не снимала я уже, девчонки, нигде. Ни в русском, нигде. Потому что дети, мы же с детьми были. Дети везде лезут. Дети хотят попасть в камеру. Ну, а им нельзя. Дети-то не сильно понимают. Так, я, наверное, вот сюда сейчас как-нибудь паркуюсь. Хорошо. Ага, получилось, что я встала нехорошо. На полтора места надо выровнять машину, а то мне опять какую-нибудь записочку прицепят. Как помните под тем видео, где мне там записочку... Кстати, я нормально была припаркована. Один раз мы приехали с Сабриной в строительный магазин, я, по-моему, уже рассказывала. Нас так припарковали, что мне пришлось вот через пассажирскую дверь залазить в машину. Ой, я запачкала кофточку. Только одела ее второй раз. С левой стороны тональным кремом видно, когда одевалась. Ладно. И меня, я что я там говорила, меня так припарковали, что мне нужно было через Сабринину сторону залазить в машину. И Сабрина смотрела так, что там было, короче, 2 миллиметра между двумя машинами. Я вообще не знаю, кто так умудрился вставить. Ладно, девчонки, я сейчас по-быстрому в магазин. Так, смогла. А телефон надо же взять. Я же еще теперь постоянно телефон забываю с собой взять в магазин, чтобы этот Lidl Plus, чтобы у меня там пункты какие-то собирались. В прошлый раз опять была в магазине, опять забыла. Все, девочки, закупилась. Самое главное, молоко не забыла купить. Лук, картошку. Сейчас в машине, наверное, потом покажу еще немножко, что купила. Ну, в принципе, ничего особенного. Не купила, а мне все равно до машины нужно идти, потому что я думала, сейчас возьму тележечку и быстренько, ну, свою сумку эту, корзинку. Все, девчонки, я закупилась. Машина у меня. На улице у нас сегодня шикарно. Просто шикарная погода на улице сегодня. Здесь, правда, немножечко шумно, потому что... Я же говорила, у нас новый Lidl строят, поэтому у нас немножко здесь шумно. В общем, девочки, ничего такого особенного не купила. Купила эти chicken nuggets для детей. Что я еще купила? Упаковку персиков, картошку, лук, молоко. Что я еще такое купила? Булочки Володи на работу, девочки, 31 евро заплатила.
ну, практически ничего не купила, только молоко. И больше, в принципе, ничего. Вот такого дорогого мясного ничего не покупала. Там колбасы какие-то. Так, все. Едем домой. Девочки, меня тоже очень интересует вкус этих огурцов. Я тоже никогда не делала, но та подписчица, которая мне прислала этот рецепт, девочка, она сказала, что она делала, ей не очень понравились. Так что завтра будем с вами пробовать. Сегодня они у меня 2 дня стоят. Завтра будет 3-й день, где-то после обеда. Ну, как раз завтра буду снимать влог. Ну, если у меня получится. Не, ну как пробую огурцы, все равно сниму. Будут мне мешать дети, не будут. Все вместе попробуем. Посмотрим, кому как понравится. Карина попробует. Не знаю, Карина или выходные у нас будет. Или я не знаю, когда она поедет домой. Я не спрашивала. Поэтому все вместе попробуем огурцы и потом разберемся, вкусные они или невкусные. Не, ну как говорится, все равно на вкус и цвет товарища нет. Я говорю, что вот я где смотрела вот этот рецепт этих огурцов, да, там, блин, было больше 1000 комментариев. Но я, естественно, все не читала. Ну, так вот вначале все полистала, все были такие довольные этими огурцами, всем так понравилось. На вот это вот количество, что я успела прочитать, вот этих комментариев, всего одна женщина написала, что ей рецепт совсем не понравился, и она их больше делать не будет. Значит, посмотрим. Ну, у меня все равно, даже на вторую партию все равно огурцов больше нет. Это я же со своих закрыла. У меня же там что, немножко 6 кустиков растут. Может, 8, не знаю, сколько я посадила. Ну, что-то новенькое. Но все равно съест. Если не понравится, рассольник сварю. Так. Опять мне неудобно сюда будет заезжать, потому что у нас весь парк-плац теперь занят машинами. Я же привыкла... Так, у нас сегодня еще бумагу забирают. Я же привыкла, что у меня так свободно я залетаю сюда на свою парковочку. А сейчас это, оказывается, не так-то просто. Нужно будет немножечко сейчас выровнять машину. Но все равно нормально. Самое главное, что есть место, где припарковаться. Вот мы когда в Мангейме жили с Сабриной, это был какой-то ужас. Это было так тяжело с парковками. Причем даже не там, куда-то, если ты приедешь, а даже в том районе, где мы жили, у нас своего места не было парковочного. Но там не предусмотрены были эти парковочные места. И там были все вот эти улочки с односторонним движением. В общем, мы жили на такой улице с односторонним движением. И можно было парковать машины на улице. Но это же была чистая катастрофа. Там просто-напросто же не было мест. И иногда, когда меня уже... Поближе сейчас сюда стану, посмотрите, на машине. И иногда даже, когда у меня машина уже была припаркована, а нам надо было, например, идти с Сабриной на тренировку. Или Сабрина была на тренировке, я ее обычно забирала. А иногда я просто чувствовала, что я просто-напросто нигде не припаркуюсь. Я оставляла машину и шла пешком. Потому что это было ужасно. Представляете, когда мы приезжали с соревнований, например, в 2 часа ночи, ее можно было... Хоть, я не знаю, хоть где парковать. Я как-то ездила, мы вот обычно часто соревнования приезжали, да, очень поздно, ночью, когда уже все машины припаркованы, и ты даже хотя бы куда-нибудь на газон бы припарковать, даже ты уже будешь точно знать, что тебе штраф повесят. Даже газоны были заняты, даже на газоне негде было припарковать машину. Вот такой ужас там. В больших городах очень тяжело с парковкой. Девочки меня поддержат. Кто из больших городов, пишите мне, как у вас с парковками. Если нету, нет, даже если когда куда-то приедешь в магазин или куда-то, не везде же есть эти крытые парковки, гаражи эти. Ой, короче говоря, Мангейм — это просто ужас насчет парковок.
Ладно, пошла я к своим детям и внукам. Девочки, мы вчера были в русском магазине, купили вот такую вот дыньку. Очень вкусная, очень сладкая. Сейчас я ее всю вот так порежу сюда. Ну, чтобы она у меня не стояла, я это сразу выкину. А вот это вот сейчас всем по вилочке, и мы это все быстренько скушаем. Очень вкусная, прям такая медовая-медовая. Девочки, мальчики, обзор моего мобильного огорода. Смотрите, этот я еще оставлю кабачок, а вот этот я сейчас срежу. Это такой, девчонки, смотрите, это такой не кабачок, это целая тыква получилась. Я его сейчас Карине отрежу, она хочет его домой взять. И потом, может быть, сейчас я еще посмотрю ей какие-нибудь огурчики. Немножко детям домой. Потом мы пойдем погуляем, а потом она домой поедет. Здесь, смотрите, еще вот такой. Ну, этот пусть еще пока растет. Смотрите, а сорт этот совсем другой. Хотя я покупала, ну, из одной упаковки. Ой, сегодня как ветрено. Из одной упаковки эти были. Кабачки. Одни вот такие вот растут. Один желтый я уже такой съела. По идее, все должны были быть круглые. А здесь начали уже спеть мои помидорки. Холодина у нас на улице. Смотрите. Но это я пока еще оставлю. Пусть хорошо поспеет. Смотрите, у меня тут сколько много их помидорок. И здесь это уже скоро краснеть начнет. Ну и желтеть тоже. Ну что ты кидаешь акулу? Соня. Сабрина, теперь посмейся еще раз, пожалуйста. Сабринка гуляет с Жориком. Это это Сонечка. Мне просто через камеру не сильно видно. Ужас. Ну вот я как должна делать теперь? Лестер дрым. Ты вообще слышишь, что я с тобой разговариваю? Скажи халё. А то в уши заткнула своими наушниками. И я не знаю, то ли ты слышишь, то ли ты не слышишь. Мы гуляем. Вон закат с ними красивый. Да, и тебя сейчас сниму. Скажешь? Забрызганный. Моим девочкам привет. Я не накрашена. Ничего страшного. Не надо. А что, халё хоть бы сказала? Блин, сейчас то, какая Сабрина учила. Смотрите, девчонки, какой красивый закат. Это так не видно через телефон. Заколебала, блин, это стрекоза. Блин, я не знаю, куда камеру отвернуть. Гуляем мы на улице с собачками, да? Смотрите, пришли... Софи, уйди, я хотела скамеечку снять. Уля. Пришли мы, а здесь в мусорку кто-то выкинул пылесос. Пылесос. Не лезьте, слезь. Погальба дрын ляс, не стахикаль. А там дождь, походу, будет ужасный, да? Где? Все так черно. Ну смотри, как там черно. Где будет дождь? Вон там, где солнышко садится. Ну, смотри, какие. А красивые. Тебя хуже выглядит на телефоне, чем я не думаю. Настоящем. Жорик, пойдем туда, сходим.